Всем привет! С вами я, Компон. Ютуб закрывают. Я не знаю, что мы будем делать без Ютуба. Я не знаю, ребята. Я не думаю, что Ютуб будут закрывать. Ах, да, забыл. Давид сейчас будет говорить вам про то, что YouTube заблокирует, бла-бла-бла-бла-бла. YouTube не заблокирует, YouTube замедлит, и только в России. И тем более есть много приложений для обхода по типу Goodbye DPI для компьютера, или же Power Tunnel для телефона, для Android. Вот. Так что, вот так вот. Но не знаю, это закроют ли во всех странах СНГ, а может и нет, а может и да. Нет. Я не знаю, ребят. Если... На всякий случай, ребят, переходите в мой телеграм-канал. Еще и в Дискорд переходите, я там просто всех перебанил по приколу. Сейчас всех разбанил. Вот. Ну, Дискорд-сервер. Там под ссылкой в описании этот... Ну, под видео, ссылка в описании, там будет просроченная ссылка, потому что Компон ее не обновил. И вы не потеряете со мной связь, вы будете со мной, собственно, на связи, вы будете быть, короче, ну, короче, вы не потеряете со мной связь. А что я могу сказать? Мне, конечно, грустно, что YouTube закрывают. Мне очень грустно. То, что это моя любимая платформа. И на то, что я записываю ролики раз в неделю или две, потому что у меня нету идей для роликов. Это очень жалко. Очень жалко. Если YouTube, ребят, не закроют, то пишите свои идеи к ролику в комментариях. Но я знаю один уже ролик, который можно снять. Поэтому... Либо этот ролик будет выложен в телеграм-канал, либо он будет выложен на YouTube. Но не знаю, закроют ли YouTube или нет. Ох, ребята, очень грустно, потому что когда ты привык, когда ты снимаешь уже, ты уже привык год снимаешь на своей платформе. Не, знаете что? Скорее всего, Давид отговорился от всей своей души. Ну, его же не заблокируют, ну. Вы понимаете то, что... такое, это потеря, можно сказать, потеря своей год жизни, который я делал на этом канале. Вас 1600 человек. И вот, пожалуйста, давайте, если не закроют YouTube, то давайте наберем хоть 20 лайков. 20 лайков. И можно сниму новые ролики. Если YouTube не закроет, ребята, то на всякий случай соберите 20 лайков. И тогда я смогу снять новый ролик. Если вы соберете 20 лайков, я соберу, я сниму новый ролик. Новый. Если, конечно, YouTube закроет, то, ребят, переходите, еще раз говорю, переходите в мой телеграм-канал. Чтобы не потерять со мной связь. Там я буду выкладывать, собственно, и ролики. Перезаливать их, конечно, нельзя. Я сразу говорю. Вот так вот, ребят. Вот так вот. Но будем, ребята, что-то решать. Как переходить на другую платформу. Потому что... Ну, надо же как-то решать, ребят. Надо решать. Вот. Спасибо, ребята, за просмотр. Надеюсь, вы досмотрели этот момент до конца. То, пожалуйста, ставьте лайки, подписывайтесь, пока YouTube не забанили и пока YouTube не заблокирует. Давайте наберем, ну, хоть минимум 10 лайков, минимум количество 10 лайков всего лишь. Я очень прошу, ребят, переходите в мой телеграм-канал, чтобы не потерять со мной связь, потому что YouTube заблокирует, а также все удалятся каналы. Все каналы, которые там были, они могут удалиться. И вот вся жизнь на этой платформе может оборваться. Просто обычным баном. Просто обычным баном YouTube.
Так, спасибо за просмотр еще раз. Переходите в мой телеграм-канал, ставьте лайки, подписки и ставьте колокольчики. Ну, я с вами Акампон. Всем удачи, всем пока. Надеюсь, YouTube не закроют, а если закроют, то переходите в мой телеграм-канал. Всем пока. Сейчас буду начинать. Сейчас. А я тогда завершаю ролик свой? Ну, завершай. Ну ладно. Всем спасибо за просмотр этого ролика. Вот. Вот такой вот ролик был. Ам-ам-ам-ам-ам.